Иногда, когда долгое время тебя жжет определенная мысль, и для тебя это кажется безумно важным, складывается ощущение, что эта мысль работает в фоновом режиме, независимо от ситуаций, действий и других мыслей. Она как бы живет своей жизнью, что-то планирует, пытаясь разгадать ребус и воплотить в реальность отгадку. Но определенные события, происходящие за гранью этой мысли, накапливаются, как кирпичи в рюкзаке. Непонятно зачем, но, конечно же, абсолютно необходимо. И эти события, словно капли воды, своими регулярными и монотонными действиями начинают постепенно, шаг за шагом, вытачивать из камня силуэт. И вот наступает момент, когда какая-то вскользь брошенная фраза, сказанная кем-то нужным, нечаянно, бездумно или наоборот намеренно высказанная мысль, которая, по мнению человека, должна была возыметь положительный эффект, вдруг оборачивается обратно противоположным результатом. И вдруг расставляет все на свои места и вырисовывает абсолютно прозрачную и ясную картину сюжета. И начинаешь вдруг понимать, что все, что до сегодняшнего момента было загадкой, оказалось проще, чем казалось, и яснее ясного. Все точки над «и» расставляются сами собой. Иллюзии рушатся, планы и мечты тускнеют за доли секунды, воображение отказывается воспроизводить такую знакомую и совсем недавно такую ясную и понятную картинку. Это внезапно возникшее понимание рисует на данном отрезке событий жирную точку невозврата. И пустота начинает серо-черной тенью заполнять тот фоновый режим, который совсем недавно был радужным и ярким. Но эта пустота, как правило, очень необходима. Необходима для того, чтобы было место для новых ярких событий, новых фоновых мыслей и неординарных идей. Поэтому, пройдя точку невозврата, сделайте еще один контрольный шаг вперед, и ваша пустота начнет принимать в себя новую, счастливую и восторженную жизнь.